мы разогоняемся и в космос полетели, полетели к звездам, в космос! Вреда-рда-два! Запускайте меня на орбиту! Принесите пакеты, потому что, мне кажется, сейчас точно кого-то стошнит! О, меня уже тошнит, даже просто... Не-не-не. Потому что я на экран смотрю, меня тошнит, ты понимаешь? Надо медленнее, Катя, давай дрифтуем вокруг елки, давай дрифт. Вокруг елки, давай. Елки, давай. Мне кажется, мы зря с тобой построили этот новогодний каток, мы сейчас здесь будем зависать каждый день и каждый день будем немножко блёвкать. Подожди. О, я из-за борта вылезла. Извините, как так получилось? Ну ладно, припарковалась. Что здесь делает собака? Это чебурак? Ну потому что как бы чебурак тоже человек, ну в смысле тоже. Чебурак тоже собака, чебурак тоже хочет кататься возле нашей новогодней елки. Поэтому смотри, какой дрифт вокруг пингвина, которого я подарил Катюхе в предыдущей серии. Катя, тебе нравится пингвин? Не, ну пингвин, конечно, это просто чумачечий подарок. Он мне очень нравится. Но пингвин это хорошо, но я за Милкой пошла. Я тоже хочу ее покатать на лодке. Слушай, Кать, мне кажется, то, что Милку можно покатать в следующей серии, потому что сегодня у нас с тобой просто тоже куча дел, как обычно. Пошли. Какие дела? Я думала, мы сегодня с тобой хотя бы отдохнем чуть-чуть. Мы с тобой отдохнем тогда, когда будет 31 декабря, и то мы с тобой отдохнем всего лишь один день. А пока что, Кать, нажми буковку L английскую. Вот так нажми. Нажала? Да, я сейчас нажму и подорвусь, да? Нет, ничего не будет. Ты настолько сильно мне не доверяешь, нажми буковку. Нажала. Зайди в раздел Незер. Незер. И вот там есть ачивка со слезонькой такая. Война миров. Заманите Гаста в обычный мир, а затем убейте его. Да, вижу. Поняла намек? Так, заманите Гаста в обычный мир, а затем убейте его. Ага, ну в смысле... Так, заманите Гаста в обычный мир? Ну да, вот туда посмотри, вот там сзади тебя. Видишь? Ёханый бабай. Пошли. Я пожалуйста. Первое. Катя ненавидит всей своей лысой душой ходить в ад. Просто ненавидит. А второе, я потратил пол своей жизни на то, чтобы выкопать весь этот обсидиан. Вы себе не представляете, сколько я подготавливался до того, как начать эту серию. Стак! Ядрить, колотить обсидиана и 6. А вот все остальное ушло вот на вот это. Поэтому, Катюх. Я? Так, сейчас, подожди. Отойди. А у тебя есть... Чуть не зашла в ад. У тебя есть алмазы? Только одна штука. Тебе зачем? У меня у шлема 16 прочность, у штанишек 80, а у ботиночек 50. Ну давай сначала мы заманим Гаста, а потом будем решать эту проблему с алмазами. Пошли. Отлично, тогда я снимаю броньку, иначе ей просто пипец придет. Я ее не починить ага. Не смогу, ну она да, просто сломается. Конечно. А Гаста мы как будем сюда заманивать, а? Давай я железный надену. Я сейчас сгоняю, переоденусь быстро. Да не надо, Кать, не надо ничего переодеваться. Давай забегай уже в портал. Если у меня что-то сломается, ты мне покупаешь новое. Ёх, да ты уже заколебала ныть. Я не могу понять, ты зайдешь уже в этой жизни в этот портал. Расплакалась-то как, а? Я хочу новые шмотки. Ну, хотя новые шмотки. Подожди, все будет. Так, проблема только... Подожди. Да, в а этот почему он маленький такой? Да, в этот портал он никак не сможет залезть, поэтому, Кать, нам с тобой нужно построить еще один портал, который да! будет... Да пошли! Слушай, я не понимаю, у тебя сегодня какая-то вредная задница укусила, ты чё такая плакса сегодня? Да потому что, слушай, так ты это самое, ты ступил, я Катя! Ты ступил, надо было здесь большой портал строить, а не на у нас. Ты можно... зря его, получается, построил. Можно я тебе на сегодняшнюю серию просто выключу микрофон и буду разговаривать с немой Катей? Я тебе говорю, ты зря портал такой большой построил. Зей, нечистая сила, гори, сатана! Заколебала меня уже, серия не успела начаться. Все, молчи. Молчи, живее будешь.
А как думаешь, Кать, вот примерно вот такой вот где-то портал нам хватит? Ну, где-то вот так. Как думаешь? Ну да, а здесь Гаст рядом обитает вообще? Так в том-то и прикол, то что самое сложное из этого всего, это как раз-таки заманить Гаста в этот портал. То есть нам может понадобиться 5 минут, а может понадобиться примерно часов... 4-5, ну, у тебя есть же время, да, сейчас Майнкрафт поиграть, ну вот я да, в этом. Да, часов 5-4-10 минут ну, пятого. Ну да, где-то вот так. 4, короче, 5. Пока я здесь строю портал, иди ищи Гастов, Кать. Давай. Ага. Давай! Да, фу. Давай! Гаст! Ку-ку, выходи, Гаст! Вот так хочешь, чтобы я это делала? А как ты думала, это работает? Это именно вот так и работает. Но ты же умеешь привлекать Гастов, ты умеешь разговаривать. Ты умеешь разговаривать по Гасте чему. Давай. Но он не идет! Тупица, Гаст! Подожди! Какой огромный портал! Я такой никогда портал даже в жизни своей не строил. Он не полетит сюда, он что, тупой что ли? Такой, о, портал в мир, я пойду туда, да? С удовольствием. Так, вот, держи как раз таки удочку, вот, держи вот эту сломанную удочку. Ты хочешь, чтобы я на удочку поймала Гаста? Да, все верно, ты же лучший рыбак в Майнкрафте, вот поэтому будь... Ага, и сейчас она сломается, да? Я его слышала только что. Вот он. Ой, 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 молодой человек, молодой человек, молодой. Вот все, все. Катя, Катя, прям сейчас у нас может все получиться, я надеюсь. Молодой человек. На удочку. На удочку. Да, да нет, 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 просто надо его заманить вот сюда ближе к нам. Молодой человек, подойдите. Вот сюда. Давай, 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 Дуримонда, к нам лети. Вот сюда. Давай, давай. Огонек. Давай. Жарко, жарковато. Да, да, да ты подлети к нам. Ты чё сдалека-то так стреляешь сыкотно? Да, небось, стало. Сюда так к нам. Так он не хочет к порталу, конечно. Конечно, он не тупой, чтобы сразу к порталу лететь. Давай, к нам, молодой человек. Слушай, а может реально его сразу удочки заманивать? Так я пытаюсь, как бы, сейчас вот подлетит близко, я его словлю и все. Ага, Опа, давай, 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 за нами, за нами, за нами. Я его притащил. Давай, 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 давай. Пацан, ты в другую сторону летишь, не туда надо. О. А что еще... ты сделал? Он стрельнул фаерболом, я в воздухе словил фаербол на удочку и удочкой притащил вот этот огненный шар в Гаста. Если бы я в реальной жизни захотел такое сделать, у меня бы никогда не получилось. А сейчас я это случайно... я поймала его на удочку! Да тащи, тащи за яйца, тащи за яйца! Куриные... Да, ага. И ты думаешь, тащится? Что... Ага. Нет, не тащится. Строй здесь! Строй здесь портал, быстро, прямо так, здесь! Хорошо, сейчас построю! Залетай! Он сам туда! Он сам туда летит! Он сам туда летит! Давай, давай, Дуримонда, Дуримонда, давай, другую сторону! Давай, давай, сюда! Сюда, молодой человек взрослый! Давай! Сюда! Давай, давай, давай! Кать, пинай его за вот это! Пинай, 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 пинай! Подожди, не могу, не могу! Подожди, страшно, очень страшно! Мне помощь твоя нужна, Кать! Я давай, 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 давай! Да что, куда ты регенерируешься? Отсюда улетел, Кать! Ну тихо, но я не могла подойти, у меня очень мало сердечек было. Бесполезно, я... Давай, давай, помоги, 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 помоги! Давай, давай, я тут его удочкой, удочкой, удочкой словила! Словила! Ты чё мне портал весь разрушил? Сюда его тащи правой кнопкой, давай! Давай, 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 затаскивай, 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 затаскивай! У меня тоже сердечек практически нет. Блин, сорвался с крючка, зараза, зуб белый. Так. Еще один Гаст! Слушай, Кать, а все было так близко, мы его практически затащили сюда. Вообще, прям не говори, почти, почти. Сюда, 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 пописяка, давай, 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 не. Поговори с ним, поговори с ним по-взрослому, пожалуйста. Хорошо, давай. Давай. Это не по-взрослому. Давай по-взрослому поговори с ним, пожалуйста. Подожди, подожди, два сердечка осталось. Подожди, два сердечка. А еды нет, у меня нет еды совсем. Он улетел. Ты подожди со своими плевками, слушай. Мы бы с тобой такими отличными... Мы бы с тобой такими отличными друзьями были. Давай, да, давай. У нас там панда, у нас там медведь. Пойдем с нами. Давай, давай, давай. Ай! У нас...
нас там вообще как бы такой зоопарк, ты там станешь хорошим экспонатом. Пошли, 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 пошли. Давай, давай, давай. Я перехватываю, перехватываю. Давай, давай, давай. Давай, 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 перехват, тащи, тащи, залезь, ты тащи, тащи. Удочка, у меня тоже, у меня тоже удочка сломалась. Ты можешь не орать, как резаная, Кать. Собака, давай, лови его, лови, пропусти, давай. Ааа, тащись, 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 я ничего не понимаю, что происходит, мне ломают все. Куда мне идти, там еще один. Минуточка адекватности. В этот спокойный момент мы хотим попросить у вас прощения за крики, излишнюю эмоциональность, лысую башку, что мою, что Катю, ведь... Когда ловишь Гаста, не все так просто, как кажется. Я-то думал, у нас всего лишь уйдет 10 минут на то, чтобы притащить его, убить и выполнить ачивку. А, Катя, ты как думала, у нас получится? У меня почти получилось. Я помню этот момент, он у меня стоит перед глазами. Но удочка ломается прям перед порталом. Еще бы рывочек, и я бы его затащила, и удочка просто... Ничего. Дорогие подписчики, соболезнуем вам. То, что вам нужно терпеть такие крики, как Катины. Я тут ни при чем. Я вообще спокойно разговариваю, это она орёт, как как резаная утка. Вы знаете, я самый спокойный майнкрафтер на этой планете. Будь тихо, Кать. Ты со мной записываешь серию, у меня на канале только спокойные рубрики. Подписчики любят, когда мы с тобой молчим. Пожалуйста. Будешь кричать, мне придется выгнать тебя отсюда с этой... Все, давай молча пойдем, словим Гаста, молча притащим его. Хорошо. В этот мир и молча пойдем кушать. Мы обещаем то, что с этого момента мы будем молчать. Все, молчи. Пошли. Давай! Сюда! Затаскивай его, Катя! У нас еще одна попытка! Одна мы попытка! Мы договорились молчать! Ну как? В таких экстремальных условиях это не получается! Тем более, когда с левой стороны газ, когда с правой стороны газ. Давай, все, хорошо, не кричим, не кричим, мы пообещали подписчикам. Да. Я ж тебя затащил, сатана! Я ж тебя затащил, он в портале прямо сейчас стоит! Он сломал портал! В смысле, ты сломал портал? Давай! Да он же был в портале, нет. Ты был в портале! Нет! Ты его убил! Он был внутри! В самом... Не кричи, Кать, выгоню. Он только что прошел через... Слушай, это походу не работает или что? Я не могу понять. Вы видели, я только что его прособачил сквозь... Их три! Сюда! Давай! Он не работает, это не... Что за дичь? Что происходит? Я его только что прям протянул! Я тоже его только что протянул! Подождите, эта фигня не работает, что ли? Ты заколебал мне портал весь разбивать! Итак, дети, прошу обратить внимание сюда, на портал. Мы посчитали периметр и площадь нашего портала. И пришли к таким выводам, что Гаст, наш замечательный, вонючий Гаст, не помещается в маленький портал. Поэтому, дети, мы построили большой портал, площадь которого в разы больше предыдущего. Все понятно? На самом деле мы действительно его увеличили, потому что, возможно, мы такие тупиши, которые построили слишком маленький портал, и в него не может влезть газ. Поэтому я еще примерно на блоков так 15-20 обсидиана его увеличил. Кать. Все, давай сейчас все свое тело в руки возьмем, не только там определенные части тела. Я понял, да. И поймаем. Не только куриные, не только другое. Короче, ищем Гаста, запиндюливаем его, пожалуйста, сюда. Где бы он угодно там не вылез в нашем обычном мире, хоть у нас даже на корабле и разнес бы там все в хлам, зато мы пройдем испытание. Хорошо? Ну все, давай. Оба. Ты сюда. Давай, я караулю, я на подхвате. Давай. Ой, я выш... Ты вышла? Да, я нечаянно телепортнулась, сейчас, подожди. Аааа!
Кандидата телеп... Не-не-не-не-не-не-не! Па! Не улетай, не улетай, не улетай, не улетай! Не надо! Тушим! Короче, Кать, давай ты будешь работать пожарником, а я буду работать гастоловом, хорошо? Давай, договорились. Слушай, ты такой вредный, честно. Вот Катя... Да тащи, 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 тащи! Давай! Да! Да! К этому внутрь! Забегай! Мы поймали его! Он там? Да! Он на... Вон он! Ага, то есть ты в огромный порт... Подожди, ничего с ним не делай, стой на месте. То есть ты вот такой... Стой... Да тихо ты! Да тихо, успокойся! То есть ты в такой огромный портал не хочешь заходить, а вылез через такой маленький? Подожди, подожди, ничего не делай, мне просто очень интересно. А? Тихо, не надо. Катя, успокой его быстро! Колыбельную спой! Колыбельную спой! Не бей, не отбивай эту фигню, ты его сейчас убьешь! В лесу родилась, ёлочка! Ёлочка в лесу, она была! Вот это! А его можно посадить? Ой, и летом... Успокойся, пожалуйста, успокойся! Ладно, всё, пока. Мы были бы с тобой хорошими друзьями. Что? Ты его убил? Ну смотри, мне ачивку дали. Сейчас осталось ловить ещё одного гаста и выполнить ачивку тебе. Заходи, да... заходи в портал. Извините. Катя, там всего лишь еще одну ачивку, так же, как только что мы... А где мы оказались? Что это вообще за место? Я с тобой не разговариваю. В смысле? Это ты со мной не разговариваешь? Подожди, а реально, а где мы сейчас находимся? Почему заработал еще один какой-то новый портал, а не тот, который я дома построил огромный? Кстати, да, подожди, мы, получается, вообще в другом месте вылезли, да, в каком-то? Я даже не представляю, где мы сейчас находимся и почему он вылез через вот такой портальчик, когда я ему построил огромный. Ну ладно. У меня вопрос. Поменьше вопрос. Давай, сюда. Ты решил всех животных сюда перенести? Ага, так, короче, я буду щебураком, ты вот с этой. Давай. Да без проблем. Коровья лепёха. Одна ачивка выполнена. Но впереди ещё 30. Катя, у нас ещё 30 ачивок примерно, которые нужно выполнить. Я... О, тихо! Ты корову убиваешь! Ты... Я ничего не делала. А что произошло? Ты... Твоя корова вверх ногами в стене застряла. О, мяско. Опять похороны. Да ну я не специально, ну! Мяско хочешь, вот все, что от нее осталось. Ну что ж, ребята, ну, спасибо вам за просмотр. И, ну вот, только не обижайтесь, пожалуйста, за корову. Я правда не специально. Скажи что-нибудь, а вам не стыдно. Bow, bow, bow.